Овен. Желание хоть немного приукрасить действительность и вдохнуть жизнь в то, что уже, казалось бы, отжило свой век, будет залогом того, что вы будете довольны результатами своей деятельности, независимо от того, чем будете заниматься. Телец. Несмотря на то, что сегодня пятница 13-го, это подходящий день для завершения старых дел и раздачи долгов, особенно если вы хотите одним махом избавиться от старых проблем и почувствовать себя человеком, свободным от обязательств, которые давно связывали вам руки. Близнецы. Вы будете схватывать все на лету, поэтому сможете прекрасно ориентироваться в потоке новой информации, даже если вам придется искать иголку в стоге сена или параллели между двумя несвязанными фактами или событиями. Рак. В любом деле стоит придерживаться четкого плана и помнить о том, к чему, в конце концов, вы стремитесь. Иначе будет сложно справляться с собственным любопытством и желанием на собственном опыте испытывать все, что будут предлагать вам обстоятельства. Лев. Сегодня вам не стоит слишком доверять интуиции и придавать значение своим наблюдениям и догадкам, так как, скорее всего, они будут ошибочными, и вы можете попасть в глупое положение, лишний раз подтвердив проблемность пятницы 13-го. Дева. Чем с большим энтузиазмом вы возьметесь за осуществление собственных проектов, тем проще вам будет найти соратников и последователей, которые станут для вас надежной опорой и тылом. Весы. Старайтесь не нарушать установившегося баланса сил. Тогда вам не придется выступать в роли посредника и мирить людей, каждый из которых будет требовать невыполнимых действий или просто трепать нервы. Скорпион. Умение настоять на своем поможет вам сегодня противостоять как давлению обстоятельств, так и неправильным, на ваш взгляд, рекомендациям и советам со стороны близких людей. Но позаботьтесь о том, чтобы вы все же облекали свои требования или отказы в мягкую и дипломатичную форму. Стрелец. Вы будете способны интуитивно выбирать самый легкий и правильный путь для осуществления задуманного. Главное, чтобы вы смогли услышать свой внутренний голос и не пытались заглушить его логическими доводами. Козерог. Если вы не будете пропускать мимо ушей все, что говорят окружающие, то останетесь довольны и собой, и своими успехами. При этом стоит доверять только собственным идеям и постараться не идти на поводу у тех, кто умнее или опытнее вас. Водолей. Дружеское участие и помощь тех, кому можно доверять, будут для вас хорошим поплавком в море житейских событий. И чем сильнее будет ваша вера в то, что все сложится удачно, тем быстрее вы сможете найти выход из трудного положения. Рыбы. Методом проб и ошибок вам удастся найти самый короткий путь к успеху. Поэтому не стоит сегодня останавливаться на полпути из боязни, что вы не сможете пройти выбранный путь до конца.